26 из 38 профессионально-технических колледжей Западно-Казахстанской области сейчас работают по системе дуального образования, когда студенты без отрыва от учебы практикуются на местных предприятиях. Все больше молодых людей в регионе делают выбор в пользу рабочих специальностей, получить которые можно абсолютно бесплатно. Будакос Базарбаева подробнее. Пожарный ствол Б предназначен не только для компактной струи, но и для распыленной. В нашей семье династия. Мой старший брат работает пожарным. В будущем хотел бы стать пожарным спасателем, спасать людей и материальные ценности. Специальность энергетика сейчас одна из самых востребованных, потому что потребление энергии растет. Мы обучаемся по дуальной программе, где 60% – это практические занятия. Практику проходим на трансформаторном заводе. Почти 20 тысяч молодых людей обучаются в профессионально-технических колледжах региона. Деловыми партнерами учебных заведений за последние годы стали около 80 предприятий. Там ребята проходят практику, а затем и трудоустраиваются. Учебные программы формируются с учетом пожеланий работодателей. В прошлом году у нас процент трудоустройства общий был где-то 78,3%. В этом 2017 году более 82%. Туда входит, конечно, и чисто трудоустройство выпускников, также служба в армии и поступление в высшие учебные заведения. С каждым годом на 500 человек растет госзаказ на подготовку рабочих кадров. В прошлом году бесплатно рабочие квалификации осваивали 4500 ребят. В этом году их свыше 5000. Создаются специальные мобильные группы. Они будут набирать участников программы продуктивной занятости. Рабочие специальности получат безработные, самозанятые, выпускники 9 классов. Все, кому нужна профессия и стабильная работа. Потокос Базарбаева, Балат Шарылгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24. В Костанайск.